начался заключительный этап путешествия. Попав внутрь, Джек обнаруживает скрытую в глубине кладбища демоническую область, кишащую монстрами, горгулями и духами мертвых. Джек встречает архитектора, который по приказу дьявола должен доставить Джека к волшебнику. Для этого ему необходима сила семи смертных грехов, помещенных в заточение величайшими рыцарями человечества. Во время уничтожения шести идолов, содержащих силу грехов, Джек убивает воплощение чревоугодия, величайшую из сил зла. С помощью магии и силы грехов архитектор создал портал, ведущий на край севера, где волшебник пытается раскрыть тайну амулета, чтобы подавить силу дьявола. У Джека и его спутников осталось совсем мало времени. Если они не сумеют пересечь суровый жестокий север и преодолеть последний рубеж обороны волшебника от силы тьмы, их миссия будет обречена на провал. Приветище! Это Тыква Джек, и мы продолжаем разрушать мир. Также в прошлом видео мы встретили архитектора, который подарил мне вот такую штуку. И эта штука умеет клонировать ворона. Теперь у нас есть целая армия ворон. Это просто шикарно. Как насчет удара в прыжке? О, да. Архитектор дал тебе новое заклинание во время загрузки. Опробуй его. Ворон, ну ты чего, мы уже... Видал, какие у меня крылья появляются, когда я делаю удар в прыжке? Просто чумачечий. Что ж, давай обыщем эту пристань, если это так можно назвать. Сова, здорово! Джек, ну и видок, как ты, замерз? Тут жутко холодно, птица. Когда этот тупой архитектор сказал, что мы отправляемся на север, я и не думал, что он имел в виду. На самый север. Волшебник хотел уединения? Странно, что ты в сосульку не превращаешься. Меня переполняет энергия, эмоции, я горю, Джек. Мы у цели. Здесь, на севере, волшебник выпускает силу амулета. Это твой последний шанс избавиться от него. Если я не заледенею. Тогда думай о чем-то теплом, Джек. Думай о чем-то теплом, Джек. Только сова мог дать такой совет, глупый. Зловещие снеговики, Джек. Растопи этих уродцев. Легко тебе говорить, когда они в тебя морковкой не кидают. Черт подери. Чертовы снеговики, не думал, что они будут мне досаждать. Ну, кстати, есть нормальные снеговики, которые стоят и мерзнут. Что ж, разобрались, пойдем дальше. Ох ты. Черепок. Кар, мне говорили, что на севере так холодно. И... Придержи коней, Джек. В смысле, придержи? Фу, хорошо, что внизу не было воды. Короче, я так понял, ворон, что ты тоже замерз. Если что, я тебя катать на своей тыкве не буду, так что давай летай. Разогревайся. К тому же у нас есть с тобой черепок. Считай, что это мотивация. Ух ты, сейчас еще один будет. Западня! Чертовы монстрюганы решили заманить меня черепком. Как это нечестно. Хотя, кто бы говорил о честности. Спасибо. Спасибо вам, зомбари. И отдыхайте в земле. А я пошел дальше. Воу-воу-воу, смотри, снеговики. У них почему-то башка тыквенная, как у меня. А я раньше этого не замечал. Вот это поворот. Может, это мои сородичи? Хотя, таких сородичей, которые пускают в тебя морковку, надо убивать. Черт подери, какие они мощные. Со своей морковкой. Все, выкусили. Выкусили эти снеговики. Ух ты, подарочек. Здорово. Один из пяти подарков я нашел, значит, еще четыре спрятано. Будем искать. А пока пойду согреюсь зеленой жижей. О, да, так-то лучше. Ой-ой-ой, развилка. В какую сторону, Джек? Влево или вправо? Выбираю прямо. Тут пока нет ничего интересного. В смысле нет? Вон, смотри, черепок. А ты говоришь... Эх, ворон, ворон, тебе-то свысока больше видно, чем мне. Кстати, насчет лево или право, куда нам действительно бежать-то нужно? О, снайперы! Обалдеть! Выкуси пернатыми! Вот так вот! И сейчас с тем тоже разберемся. Жалко, крылья даются мне только на несколько секунд. Получай!
Это еще что такое? Ох ты. Ты используешь мои волшебные мосты? Отсутствие мозга и отсутствие манеры идут рука об руку. Да пошел ты! Я до тебя доберусь и намотаю твои руки на твои коленки. Если это возможно. Хотя почему бы и нет? Он же волшебный. Так что намотаю. Вон они, какие волшебные мосты. Первый раз вижу. Чудненько. Они-то нам и помогут продвинуться дальше. А мы все думали, куда нам, налево или направо, ворон? О, что такое все розовое? Какакар, надеюсь, мы не упадем. Я вот тоже думаю, что-то за фигня какая-то. О, пойло, зеленое пойло. Как раз вовремя. Придержи коней, Джек. Не спеши. Главное не упасть в воду. Спасибо, ворон, ты, как всегда, меня поддерживаешь. Снова жуткие снеговики. Это кошмар наяву. Не переживай, сейчас растопим их. У нас же есть клонирование воронов. Хотя, оно меня не очень устраивает. Черт, блин, как больно-то, а? Заморковили меня. Адское пекло. Чтоб вам всем морковки не хватило. Походу, надо отступать. Ёк-макарёк. О-о-о, полегче, здоровье-то мне оставьте. А то сейчас рассыплюсь. Где мои хпшечки? Похоже, что я сейчас развалюсь. Ворон, выручай. Блин, растопил снеговика, называется. Чуть сам не рассыпался. Ну ж, ворон, красавчик. Кстати, смотри, там вдалеке черепок светится. Круто. Только как до него добраться? Там же вода. Надо подумать. Восполняем здоровье и отправляемся за черепком. Черепки — это наше все. Так, ладно, полезли. А, смотри, тут есть льдины, по которым можно перебраться. Ну, тогда это просто. Главное, ножички не замочить. Вот и все. Как хорошо, что волшебник оставил для нас эти мосты. Ты уверен, что он их для нас оставил? Ты не помешаешь мне. Посмотрим, кто кому еще не помешает. А развеселил меня вообще. О, пойло, здорово. Кстати, мы в какой-то рождественской деревушке. Смотри, как классно. Что это за место? Прям новогодненькое настроение. А где же огромная елка с подарочками, которую я распотрошу? Эх, разочаровало меня это дерево. О, подарок. Ну ладно, спасибо хоть за подарок. Уже радостно. Ох ты, а вот и елочка, смотри. Целых две, три, четыре елки-моталки. Так, ворон, нам нужно на ту сторону. Срочненько, там есть елочки. Вот так. Эти деревья почему-то острые, Джек. Не приближайся, когда они вращаются. Это ты про какие деревья говоришь? Про елки, что ли? Вот чертяки, реально крутятся. Что ж за Рождество-то такое? Бешеное. В топку такие елки. Печь топить надо ими. Ништяк. С одной елкой разобрались. Не думал, конечно, что буду воевать с елками, но что поделать. Всякая жизнь. Первый раз. Ты посмотри, сколько тут елок. Надо доставать свое ружье. Без него вообще никак. Отстрел елок начинается. Хо-хо-хо-хо-хо. С Новым годом. Йо-хо-хо, йо-хо-хо, сейчас фейерверки мы зажжем, будет бомбалейло. Так, отбегаем. Вот это я понимаю. Рождественский подрыв. Мы последняя линия обороны волшебника. Ты не пройдешь. Да сейчас, размечтались. Да я, да не пройду. Ну не смешите вы дьявола. К тому же у меня ружье есть. А вы подарочки приготовили? Тот, кто принесет мне подарочек, я проявлю снисхождение и, возможно, оставлю в живых. Черт, походу, никто мне подарочки не хочет нести. Ну ладно, будем разбираться с ними так. Вообще, предлагаю немножечко отклониться от поля боя. Вот тут смотри, что это такое. О, торгаш. А, Джек, друг мой, добро пожаловать. Я не могу отделаться от тебя даже на проклятом Северном полюсе. Как ты вообще выносишь местные условия? Да с меня песок сыпется, холод мне нипочем. Фу. Вот и все, да? Последняя битва. Похоже на то. Это же веская причина купить новый костюм. В
Втюхиваешь свои костюмы даже перед самым концом света? Что ты вообще делаешь с этими вороньими черепами? Ужасные вещи. Даже ужаснее, чем выкапывание трупов и продажа их кожи? Да, хватит вопросов, смотри на товар, иначе ты узнаешь, насколько чудовищным может быть чудовище. Ой, все, запугал. Ладно, ладно, давай посмотрим. Короче, у меня 27 черепков, пожалуй, я прикуплю у тебя, знаешь что, на скелета не хватает. Значит, берем инспектора. Давно хотел инспектора купить, так что покупаем. Джек Инспектор. Теперь это моя территория. Я инспектор. Блин, а где костюм? Я не понял. Слышь ты, где мой костюм? Неужто я его забыл одеть? Во, отлично. Вот теперь я держу в округе свой округ. Точнее, Северный полюс. В общем, все будут мне теперь платить, чтобы я всех крышевал. Надеюсь на это. Ладно, пойдем. О, ребята, вы мне дань принесли? Стреляют они в меня. Да я вас сейчас на двое суток посажу, засранцы. Там еще и елка вместе с ними. Ну что ты будешь делать? Что за волшебство? Хотя, что это я удивляюсь? Чем ближе к волшебнику, тем больше магии. Вот так вот. Хедшотик раздается как надо. Как по маслу. Ой-ой-ой. Обойму ни туда, ни в ту сторону выпустил. Чудненько. Со всеми разобрались. Хо-хо-хо. Кто там? Кто это сказал? Кто это бормочет? Мне показалось, что это кто-то отсюда, с этого дома. Какой странный дом. Тук-тук, есть кто дома? Хо-хо-хо, кто там? Да ладно, Санта-Клаус? Он самый, хо-хо-хо. Джек, ты очень плохо себя вел. Могу вести себя еще хуже, пропусти нас, жирный. Хо-хо-хо, не-не-не, у меня есть список, Джек, и твое имя в нем первое. Я предупреждаю тебя, пропусти меня. И позволить тебе уничтожить мир? И всех послушных мальчиков и девочек? Хо-хо-хо, никогда! Волшебник наделил меня магией, способной остановить тебя, Джек. О, правда, что ли? Что ж, Санта, тогда попытайся. Что? Я? Не-не-не, мне нужно делать игрушки, у меня слишком много работы. Получается, ты будешь изготавливать игрушки вместо того, чтобы предотвратить уничтожение мира? Таков план капитализма. Если ты не выйдешь, мне придется зайти самому. Ладно, пойдем заглянем к дедушке и Санта-Клаусу. Даже Санта на стороне волшебника? Джек, мы что, злодеи? Кидай в мастерскую взрывные подарки. Ворон, ты только под конец игры понял, что мы на стороне злодеев? О, печаль. Так, значит. А, вот оно что. Квадратик к квадратику, кругляшок к кругляшку. Все, все, я понял. Сейчас. Сейчас быстренько головоломочку раскидаем. Главное, тыква, чтоб меня не подвела. Щупальцами. О, косю. Конкретно косю. Черт, кажется, подарки не дойдут по назначению. Вот. Кажется, пошла жара. Шарик, шарик, шарик. Ну, не успел. Печальненько как-то. Доставщик подарков из меня какой-то никакой. Есть. Еее. Поехали. Кажется, я разошелся. Ништяк. Ох, как жарко-то становится. Уходи отсюда, Джек. Сейчас рванет. Ура, мы убили Санта-Клауса. О нет, мы убили Санта-Клауса. Ты ждал от него подарочков? Я вот нет, поэтому мне не жалко. Давай выпьем за его здоровье. Вот так-то. Ух ты, ворон, смотри. Покатушечки. Юху, с ветерком. Отлично. О, это же гондольер. Смотри-ка, что еще и на лодочке сейчас покатаемся. Шикуем. А, Джек, мой самый нелюбимый клиент. Опять ты? Дай угадаю, тебе требуются мои услуги, но ты не собираешься платить. И если я не перевезу тебя, ты прибегнешь к насилию. Я так рад, что мы друг друга понимаем. Еще бы. Ладно, залезай, я свое дело знаю. Обожаю зайцем кататься у этого гондольера. Все на борт. Да я уже на борту.
Держитесь крепче. Началось. Надеюсь, я сумею доехать до конца. Перепрыгивайте. Чё-то какие-то новые фишечки появились. О, призраки. Хотя чего это я удивляюсь, они постоянно тут тусуются. Перепрыгивайте. Здесь заканчивается твое путешествие. Хоть ты скупой Джек, но ты наша последняя надежда. Ой, какие добрые слова. Спасибо, а то я думал, не дождусь от тебя, как ты от меня денег. Приплыли, Джек. Убей этого волшебника, и я прощу тебе твой долг. Вот это поворот. Так бы сразу, с самого начала. Кстати, смотри, вон там уже портал виднеется. Значит, мы на правильном пути. Только вот снеговики меня бесят. И елки, и призраки. Да вообще меня все бесит. Столько монстров покрошил впустую. Нет бы занялись делом. Нашли бы волшебника. И кучкой его замочили бы там где-нибудь в углу. Нет, надо на меня всем сорваться. Фух, отделал всех. Ладно, пошли дальше. Я чувствую, что мы уже где-то близко. А вот и портал. Наконец-то мы до него добрались. Кар, только не очередной портал. Уф, у меня голова кружится. Не ной, ворон. Мы должны через это пройти вместе. О, черт, чуть воду не соскользнул. Было бы обидно, если бы я утонул прямо возле портала. Ну что, настало время запрыгивать. Ты используешь мои порталы. Где твоя гордость, Джек? Пекло гордость, остановите эти карусели. Я хочу сойти. С другой стороны, это может стать полезным исследованием. Долбанный извращенец, все ему исследование. Моя тыква сейчас разнесется тут в щепки. Посмотрим, как ты с этим справишься. Мне кажется, что я уже не справляюсь. Черт, главное, мне в тыкву ничего не прилетело бы. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Спасибо, Джек. Это было весьма поучительно. Это заканчивается. О май гарбл! Фига себе, ты что за язык я вспомнил? Наверное, какой-то римский устаревший. Фух, земля! Земля под ногами, слава богу. Надо бахнуть за это. Призраки, вы не представляете, как я вам рад. Я такое сейчас видел. Вы не представляете. Я слышу где-то здесь подарок. Вот он же! Последний, пятый! Ну-ка, так, это старое письмо, где новое? Вот оно. Дорогой мистер Хо-Хо-Хо, я отправил тебе письмо 5 лет назад, но все еще мертв. Был бы чудесно, если бы кто-нибудь расщедрился и подарил мне тело, чтобы я перестал слоняться по миру в виде бесплодного духа. Улавливаешь намек? Если ты не можешь найти меня, то просто закопай тело под большой сосной в лесу. Я там белок пугаю, надо же как-то развлекаться. С неодобрением, скупой Джек. Во, вот это письмо уже в моем духе, не то что первое. Кстати, ворон, нам еще долго черепашить? Когда мы уже достанем этого волшебника и прикончим его? Опа, знакомый домик. Что-то мне как-то щикотно, что ли. Смотри, дом какой подозрительный. У Санта-Клауса такой же был. Но мы его уже прикончили, поэтому я не знаю, кто там. Но надо бы, наверное, рискнуть и зайти, да? Хо-хо-хо, не все так просто, Джек. Санта, разве тебя не убил? Да, ты убил меня, и теперь ты попал в мой список супер непослушных, Джек. Я специально для тебя его придумал. Как ты пережил взрыв в мастерской? Ха, я волшебный, идиот ты. Я все еще восстанавливаюсь, но не могу прекратить изготовление игрушек. План должен быть выполнен. Тьфу, капитализм. Самому тошно. Ну, я убил тебя однажды, может быть, смогу еще раз? Хоть после смерти отдохнешь. Ладненько, пойдем навестим Санта-Клауса еще разок. Почему он не умер? Нам снова придется убить Санта-Клауса. Ну, похоже на то. Быстрее взрывай, устроим ему взбочку. Я тоже так думаю. Чем быстрее справимся, тем быстрее дальше пойдем. Уходи отсюда, Джек, сейчас рванет. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь скажу? Не могу поверить, мы убили Санта-Клауса. Еще и дважды за день. Да-да-да, но ты посмотри вперед.
Мы на месте, Джек. Я чувствую силу волшебника. У меня прям перья дыбом. Получается, это все? Волшебник находится по ту сторону портала? Я не сомневаюсь. Он точно там. Обернут для нас в праздничную упаковку. Да. Как удобно, что он оставил портал открытым. Это может быть ловушкой, кстати. Ловушка или нет, надо действовать. Лети вперед. Иначе зачем мы здесь? Это твоя работа, Джек. Так делай ее. Убей волшебника и обреки мир на погибель. Какой ты злой, Соух. Ну что ж, ладно. Пару прыжков, и мы в портале, Ворон. Погнали. Надеюсь, это не ловушка. И мы окажемся в логове волшебника. Ну что, да пребудет со мной сила! Здравствуй, великий Джек. Вот мы и встретились. Добро пожаловать в мое скромное жилище. Что? Что это за место? Карманное измерение собственного изобретения. Здесь я могу спокойно работать. Но ты посмел в него вторгнуться. Я пришел, чтобы хорошенько начистить твою мерзкую морду. О, сразу к делу. Ясно. Но это значение не имеет. Этот амулет пустышка, так что можешь прикончить меня. Ладно. Значит, как-то не очень весело выходит. Весело? Убийство доставляет тебе столько же удовольствия, сколько мне исследование. Несмотря на мои усилия, амулет леющего пепла не покорился мне. Последняя строчка на той скрижали. Я стер ее на случай, если ты заполучишь амулет. Хочешь узнать, что она гласит? Хочешь узнать тайну амулета? Ну, валяй! Чистый человеческий дух. Это все, что там сказано. Чистый человеческий дух. Мой дух недостаточно чист. Разве я не посвятил свою жизнь другим? Ого, успокойся. Кто бы говорил, Джек, а твой дух чист? Отдельное тело, он треплется в этой глупой тыкве. И что ты сделаешь? Вытащишь мой дух и будешь использовать его в своих целях? А что, звучит неплохо. Не двигайся, Джек, будет больно. Очень. Пусть это станет концом твоего проклятого существования. Жалкий глупец, ты хоть представляешь, какой силой я обладаю? Ты думаешь, меня это волнует? Сколько раз мне говорили эту фразу? Я провел всю жизнь, изучая, практикуясь и оттачивая свою магию. Кстати, я забыл сказать, что ты чертова истеричка. Тебе стоит сходить к психологу. Тебе срочно нужна его помощь. Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Ну давай, заводи шарманку. Боль, унижение, насмешки деревенщин и прочую всякую лабуду, которую разводят, когда ноют. Все мои изучения, все эксперименты, я был никем, а теперь я величайший волшебник в мире. Ну вот сейчас посмотрим, какой ты величайший волшебник в мире. Он уязвим, Джек, это твой шанс. О да, как я давно хотел ему надавать по мордасам. Я защитник человечества. Я последняя надежда мира. Я праведное правосудие. Где же ты раньше-то был? Какой-то полудохлый безмозглый мошенник. Мне не помеха. Вообще-то я живее всех живых. Понятно тебе? И я не мошенник. Что ты взял, что я мошенник? Откуда такая инфа? Ты же знаешь, чем все закончится. Добро побеждает зло. И на этот раз добро представляю я. Вот это ты мне сенсацию открыл. Я-то думал, что я на стороне добра, ты представляешь, а ты злой. Вот это поворот событий. Вскоре ты снова станешь простой бесплотной легендой. Если ты еще не обратил внимания, то у меня и так плоти нет. Я сделан из тыквы, дерева и соломы. Так что наплевать. Он уязвим, Джек, это твой шанс. Гонг, бой! И надавать по мордасам этому волшебнику, чтобы он больше никогда не встал. Ты изгнанник дьявола. Кто ты вообще такой, Джек? Ты лишь сплошное разочарование. Ну, слушай, извини, что разочаровал. Признай это, Джек. Твое время вышло. Ты ничто по сравнению со мной. Мне кажется, или ты начал повторяться? У тебя там что, где-то диктофон записанный, что ли, или что? Жалкий глупец. Ты хоть представляешь, какой силой я обладаю? Ну вот, еще один жалкий волшебник оказался склеротиком. Он постоянно забывает фразы, которые уже произнес.
Какой-то полудохлый безмозглый мошенник, мне не помеха. Потерпи еще чуть-чуть, сейчас все закончится. В том числе и твоя жизнь. Он уязвим, Джек, это твой шанс. Решающий раунд и нокаут. Нет, невозможно. Кем ты себя возомнил? Я великий Джек, не забывай об этом. Ты ничтожество. Что ты наделал? Будь ты проклят, Джек. Будь проклят, и будь проклят твой жалкий мир, который тебе останется. Хе, я так и хотел. Он мертв, Джек. У тебя получилось. С этим мелким пакостником наконец-то покончено. Даже обладая всей этой силой, он не смог сравниться с нами. Да, всей этой силой. Что ты задумал, Джек? Я знаю этот взгляд. Амулет тлеющего пепла и чистый человеческий дух. Мой дух. О, да, да! Я чувствую силу, свою силу! Дьявол может подождать. Я хочу уйти в разнос. Да-да! Вот это настоящая сила! Я подобен королю! Я подобен Богу! Я Джек! Долгожданная победа! Победа преисподней! Победа дьявола! И победа великого Джека и его друзей! Несмотря на монстров, людей и самого Санта-Клауса, стоящих между ними и волшебником, Джек и его спутники прорвались через оборону и добрались до самого сердца Севера. Холодному ветру не удалось остановить Джека от выполнения миссии. Он наконец добрался до последнего портала, на другой стороне которого волшебник безуспешно пытается высвободить силу амулета. Понимая, что лишь чистый человеческий дух Джека способен пробудить его энергию, волшебник наконец является Джеку. Как и было предсказано в легенде, защитник и изгнанник вступили в битву между добром и злом. И зло победило. Битва шла долго и напряженно. Волшебник был умен и могущественен, но он не смог противостоять величию хитрости и силе Джека, и, наконец, был повержен. На последнем издыхании он проклинает Джека и мир, который ему достается. В это время Джек крадет амулет и наполняет его энергией, наполняя смиренную душу, заточенную в тыкве божественной силой. Вернув благосклонность дьявола после многих веков, Джек может свободно передвигаться по кишащей монстрами земле, обладая достаточной силой для ее уничтожения. Вот и подошел к концу очередной день в жизни великого Джека.